Глава 17. Нас выгрузили. Да-да, нас выгружали. Мы были багажом. Конвой передавал нас под расписку. Своей воли у нас не было. Когда мы ехали, то почему-то были уверены, что везут нас на Колыму, в знаменитый Озерлак, где, кстати, нет озер. Это место было известно тем, что там уже легли в могилу многие миллионы арестантов, и его называли поэтому «трассой смерти». Еще в 1946 году советская власть решила построить дорогу от центральной дальневосточной магистрали в сторону Бодайбо, на реку Лену, к золотым приискам. И вот на станции Тайшет, маленькой точке за тысячи верст от Иркутска, начали выгружать арестантов и гнать их в тайгу. Это была интернациональная трасса. Под каждой шпалой лежали десятки и сотни мертвецов. Тут жили и умирали русские и немцы, японцы и корейцы, украинцы и прибалты. И, конечно, евреи. Без них тоже ничто не обходится. И вот мы в Тайшете. Воронки привезли нас в лагерь. Это пересылка. Здесь их две. Это номер 025 расположена прямо у центральной железной дороги, по которой проходят поезда Владивосток-Москва. В зоне не больше тысячи человек, десяток бревенчатых длинных бараков. То, что рядом шли поезда, волновало нас. Как уехать? Понимая, что пробудем здесь считанные дни, мы с Виктором ходили вдоль заборов и изучали, искали возможность побега. Но дырок в кавычках не было. И мы понимали, что надо искать какой-то новый вариант побега. Но времени не было. Мы на пересылке. Однажды у нашего забора остановился состав теплушек, товарных вагонов. Из него высыпали люди, в основном женщины и дети. Кое-кто из заключенных влез на крыши бараков, и вдруг раздались радостные и возбужденные крики. «Коля! Маша! Сережа! Катенька!» Кричали из-за забора, кричали с крыш. Вскоре мы узнали, в чем дело. У нас в зоне было много «маньчжурцев» в кавычках и «русских китайцев» в кавычках, эмигрантов, живших всю жизнь в Маньчжурии и в Китае. Когда наши войска вошли в Китай, советские власти арестовывали их и вывозили оттуда. «Как к вам пройти?» – надрывались люди за забором. «К нам нельзя! Мы в лагере! Это тюрьма!» – отвечали с крыш. «Какая тюрьма? У вас на заборе метровыми буквами написано «Нефтебаза!» «Какая нефтебаза?» – недоумевали в зоне. Оказывается, тюремное начальство нашло выход из положения. Лагерь-то был виден из окон проходящих пассажирских поездов, и надо было как-то скрыть его. Вот и написали «нефтебаза». За забором уже плакали женщины, а с вышек, закрытых со стороны железной дороги, поднятым в этих местах забором, стреляли в воздух. «Прекратить разговоры! Сойти с крыш!» – орали надзиратели, бегая по зоне. Произошло явно непредусмотренное. Вскоре эшелон увезли, и в лагере воцарилась гнетущая тишина.